Традиционно 9 мая на территории муниципалитета пройдет патриотическая акция «Бессмертный полк». В прошлом году в ней приняло участие 16 тысяч жителей. У нас скоро пройдут большие праздники. Традиционно пройдут народные гуляния, в них примет участие большое количество жителей. Во всех поселениях Одинцовского района пройдет акция «Бессмертный полк». В ней, по предварительным оценкам, примет участие более 10 тысяч человек. Андрей Иванов поручил главам поселений взять на особый контроль вопрос безопасности, привлечь к охране шествий народных дружинников, сотрудников ЧОП, казаков. Также необходимо ограничить движение автотранспорта на пути следования колонн. Наши жители должны чувствовать себя защищенными, отметил глава. Также на совещании шла речь и об общественной безопасности. Необходимо совместно с собственниками объектов и правоохранительными органами дополнительно проверить места праздничных мероприятий, составить акты проверок. Выполненные недостатки должны быть оперативно устранены. Были озвучены и требования к местам проведения праздничных мероприятий. Место проведения мероприятия должно быть огорожено. Второе. На входе должны быть установлены рамочные металлодетекторы. Третье. К охране должны быть привлечены силы ЧОПов, с которыми заключены договора, подчеркиваю. На въездах на территорию мероприятия должны быть установлены преграждающие устройства. Это бетонные блоки, либо тяжелая техника. Кроме того, на заседании было дано поручение главам поселений. Им необходимо совместно с управляющими компаниями и сотрудниками правоохранительных органов дополнительно проверить жилой сектор, обследовать чердаки, подвалы, подсобные помещения. Они должны быть закрыты и опечатаны. Глава Одинцовского района поручил заместителю руководителя администрации по вопросам ЖКХ Михаилу Каратаеву взять под личный контроль проведение данных мероприятий и доложить об их исполнении до 28 апреля. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».